Друзья, всем привет! Решил записать вам видео о покупке хутора себе. Купил хутор вдали от деревни, отдельно стоящий домик. Вот такая природка. Это вот заезд. Вот начинается территория самого хутора. Тут уже стоит пасека. Отец мой сюда завез, поставил ее. Сразу повезло, что новая линия электропередач подходит к дому. Это очень хорошо, большой очень плюс. Колодец. Правда, грязный, надо будет чистить, выкачать всю воду. Но вода, в принципе, для лета даже есть. Все заросшее, надо все облагораживать, косить. А там такой сарайчик. Ну, чуть попозже все подробнее покажу. Сегодня приехал с целью начать косить, взял триммер с собой. Заранее, правда, привез на автомобиле его сюда, а сегодня приехал на велосипеде. Вот сам домик такой. Домик тоже старый. Надо приложить руки, чтобы можно было оставаться тут на ночевочку. Но в принципе все мне устраивает. Такой орех возле дома. Сейчас покажу, почему мне нравится это место очень сильно. Сходим. Вот это вот надо все сегодня выкосить, постараться. Ну, не сегодня. Ну, в принципе, в ближайшее время поубирать этот мусор, разобрать вот эту вот пристройку ненужную, это гараж или что бы, вот эту всю траву выкашивать. Так, ребят, вот почему мне нравится это место. Вот, смотрите, 5 метров отошел от хутора, и начинается лес, в котором могут расти грибы. Кстати, уже сейчас у нас грибы пошли. Я сам с юга Белоруссии. И на юге Белоруссии у нас уже начинаются грибы. Так что, в принципе, потом на перекуре можно будет сходить в лес, пробежаться, посмотреть. Вот, и начинается вот такой вот лес. Березовая роща. Возле самого хутора. Мой конь. Так, друзья, зайдем в дом, посмотрим. Быстренький обзорчик такой. На домик сейчас будет. Он, правда, старенький. Ну ничего. Можно исправить. Такая верандочка пристроенная. Вот комната. У меня уже даже минимальный план созревает, какую тут обстановку сделать. Эта перегородка уберется, там все уберется. Эта комната, скорее всего, уменьшится и превратится в санузел, душевую кабину. Пока это была, наверное, спаленка с печкой. Вот и такая вот основная комната. С русской печью рабочей. Вон. В принципе, перекусить зайти,
остаться, дождь переждать или инструмент, пока можно. Минимально убрать, навести порядки, уже даже можно будет остаться переночевать. Ну а со временем будем облагоустраивать. Вот триммер. Сейчас, короче, разбавляем бензин и погнали косить. Полная канистра получилась под горлышко. Может, он сильно не закрасился как-то. Ну, написано 1 к 50, значит, будем верить, что так и должно быть. Перебалтываем его. Ну, я думаю, нам этого хватит покосить. Все, друзья, заводим триммер и погнали. Фу. Чуть-чуть, друзья, покосил. Сейчас покажу вам, что получается. Секундочку. Трава густая, ее тут давно никто не косил. Косить тяжело, но ничего. Кошу леской, потому что ножи на триммер где-то не нашел, где-то положил. Так что придется топориком вот эти вот кустики вырубать, потому что леска их не берет. Вот вишня растет. А с этой стороны, аж не хочется представлять. Ну, надо хорошо поискать ножи, потому что без ножей тут топориком просто. Это надо целый день уделить. Это все, вот эта вот молодая вишня насеялась тут. Вот я сколько. Все молодая вишня. Надо все чистить. Качество видео, сильно не обессудьте, это только начало. Снимаю еще с руки, нету ни штатива, ничего. Постараюсь к следующему видео заказать, купить себе штатив, будет намного удобнее. И снимать вообще процесс, чего я делаю со стороны, я думаю, будет видео насыщеннее и интереснее. Друзья, это не пиво, это квас, если что.
много нельзя кушать, потому что будет лень работать, сразу захочется прилечь. Уже солнышко такое начинается, сейчас уже будет жарко. Все, ладно, ребят, давайте дальше работаем, косим. До скорого включения. Вот, друзья, покосил. Ну, не все, вот только сколько смог. Сейчас чуть-чуть перекусил. Надо чуть отдохнуть. Я за дом докосил. Мусора уже столько сюда насносил. Сразу вид становится. Сегодня буду косить по максимуму до вечера. Завтра так постоял, подумал, возьмусь за эти вишни, наверное, буду вырубывать их. Потому что подумал, если их косить ножами на триммер, то будут сучки оставаться. И потом, не дай бог, там ногу, не ногу пробьешь. Так что лучше топором в земле их вырубывать, пусть они там сгнивают. Пчелки тут стоят, трудятся. Я тружусь, пчелы тоже трудятся. Движ у них тут. Какие-то злые они. Она чуть не укусила. О, еще косить и косить. Еще вот это вот все косить. Тут повеселее, тут просто скосить, потому что там мусор попадается, вот эти вот всякие вишни, сливки растут, все это мешает, и надо все сразу убирать в кучку, порядки наводить. Пройтись, посмотреть, может, какой-нибудь грибчик будет расти. Ай, кайф. Кайф, кайф. Ну так сразу ничего не видно. Муравейник видно. Вот у них тут тоже, блин, движуха, жизнь кипит, бурлит. Ладно, пусть тут тусуются себе. Не будем им тоже мешать. Заросли такие.
тут типа дорога, наверное, какая-то была насыпанная или что, что я не могу понять. С задней стороны дома какая-то насыпь. Бутылки, мусор, но этим тоже займемся, хоть лес и общий, но наведу порядок во дворе, уделю день, пройдусь по лесу, пособираю все бутылки эти. И все, и пусть люди приходят, собирают грибы, если хотят. Но за бутылки, за мусор буду ругаться, потому что природу нельзя загрязнять. Для мусора специальные есть места отведенные, мусорные баки называются, мусоровозы. Везде это все налажено. Так что, ребята, не винитесь, мусор за собой убирайте. Где бы вы ни были, просто на природе отдыхайте, за грибами пошли, на рыбалку поехали. Просто в машине едете, не выкидывайте с окна. Пожалуйста. Да, грибов не видно, в лесу еще сухо. У нас как бы дожди и шли, но эти дожди, они сразу, как будто их и нету, земля сухая, они насквозь проходят куда-то, грунтовые воды очень низко, потому что влага не задерживается ни на день. Да, и надо штатив какой-то покупать. Ну что, в руке снимать категорически неудобно. Все, друзья, на сегодня все. Сколько смог, столько покосил. Так, правда, забыл рыбу спрятать. Надеюсь, никто не придет сегодня ночью ничего тут красть, что просто положу через окошечко. Так, ножик с собой. Покосил сколько смог, вокруг дома обкосил, тут обкосил. Все, садимся на велосипедик. И в путь. Мне еще до дому ехать 10 км на велосипеде. За такой вот проезд скосил, чтобы на машине можно было заехать. Возле пчелок пока еще ничего не обкашивал, потому что они кусаются. Надо их чуть в сторону оттянуть будет. Ну вот, в принципе, докуда я докосил. Тут кто-то сосну, не знаю зачем, для чего, спилил. Надо будет поуточнять. Вроде никаких проводов, ничего нету. Никому не должна она была мешать. Вроде не сломанная. Может, кто наживиться хотел.
дровами халявными. А тут я покупкой хутора его обломал. Всякое может быть. Все, друзья, тогда. Давайте до скорого. Сейчас приеду домой. Отдохну. Постараюсь смонтировать видео на телефоне. Если получится, выложу. Завтра опять сюда же. Ну и опять постараюсь снять видос. Все, ребят, кому понравилось, подписочка, лайкосики. Вперед!